Кабардино-Балкария – горное сердце России. Издавна моя республика славится могущественной целебной природой, богатой культурой и мудрыми людьми, достойными нашей великой страны. На конкурсе «Мисс студенчества России» я представляю свою республику и Кабардино-Балкарский государственный университет. Активное участие в жизни родного вуза, во всероссийских молодежных форумах, Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи подарили мне не только незабываемые впечатления и опыт, но и широкий круг друзей со всех уголков нашей страны и не только. Профессия в сфере туризма и гостеприимства приносит мне колоссальное удовольствие, ведь любовь и уважение к нашей стране стоит любых усилий. Работа в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе помогает мне вселять детям веру в себя и надежду на будущее. Я счастливый человек, ведь для этого у меня есть все. Мирное небо над головой, крепкая семья, преданные друзья и любимая работа. Убеждена, что красота внешняя невозможна без красоты внутренней. Я Милана Тхамокова, и я уверенно смотрю в светлое будущее России.